Санки. Сейчас уже называется одно из неплохих мест, чтобы остановиться на ночевку. В магазине горячая выпечка, хлеб, гостиница, заправка. Так что желающие, я думаю, вам понравится кафе «Три семерки». Через 500 метров круговое движение. Второй съезд. Ну, крутинка там организована, платная рыбалка. Да, в
Кирилл. Ограничение 50. Круговое движение. Второй въезд. М-221 километр. Много что. И заправки, и стоянки.
вообще, конечно, страшная информация тут в телеграм-канал распространяется, да, по саратовских мест лишения свободы, казалось бы, уже в наше время, когда все под контролем, да, когда везде, и каждый, практически каждое пенитенциарное учреждение приезжает представители правозащитников, да, когда действия сотрудников сил фиксируются на видео, которое у них камера находится на груди. И вот эти кадры видеорегистратора были отмечены, что там несколько десятков мегабайт информации. Люди нарушают закон, часто обращаемся, знаете, к молодежи. Как молодежь совершает какое-то правонарушение, и для того, чтобы похвастаться, видимо, да, они, значит, все это снимают, да, и потом попадают под мозг. Да, это нравится поднять статью Жукова. Ну вот интересно, обо всем вообще думали об этом, для чего они вообще это снимали? Для меня это Генпрокуратура инициировала уже проверку правовых после публикации вот этих вот, также и пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле все произошедшие вот эти вот знают об этих видео и призывал, естественно, к самому тщательному расследованию произошедшего. Ну а сейчас у нас на связи эксперт, адвокат, бывший следователь прокуратуры, эксперт правового видеоканала Спрайдер Медиа, Вадим Богатуря. Вадим Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. А скажите, насколько подобное обнародование вот этих вот совершенно вопиющих кадров с истязанием, насколько появление подобного контента стало для вас лично неожиданным? Почему спрашиваю? Ведь не первый раз уже это происходит. И, в общем-то, не один раз и правозащитные организации, и наши надзорные органы занимались этими вот происшествиями. Но вот сейчас, можно сказать, выглядели на нас как бы ужас, как бы огромный массив. И это о чем может свидетельствовать? В первую очередь, если вы видите, что это открыто, я как адвокат абсолютно точно утверждаю, что когда мы в исполнении служебной функции приходим в изолятор или за лишение свободы, у нас отбирают телефон. Нам запрещают проносить фотоаппарат и сосуд. А это все средства фиксации, которые в первую очередь, в первую очередь наших подзащитников могут фиксировать те нарушения, которые имеются в данной системе. И, в общем-то, такие же запреты наложены на членов общественных наблюдательных комиссий. Ваша коллега журналистка Лена Меркачева, она регулярно встречается с такими СИЗО и вынуждена предупреждать о том, какие нарушения имеются. И каждый раз она говорит о том, что им запрещают фотографировать на видео то, что рассказывают запрещено. А именно в этом заключается самая большая проблема. Потому что когда приезжают проверяющие в ремонт, все выглядит очень хорошо. Полномочия по правам защиты человека тоже там. Когда приезжают, собираются все это. В этом самая большая проблема. Если бы у нас была более открытая, подобная вот еще один вопрос, ну да, это серьезный вопрос, и, наверное, вопрос к законодателям вообще, когда говорят о реформе, все, и мы там это всегда называли, мы, видимо, спрашивают у вас придержащих наших об этом. Но вот другой вопрос, чисто такого характера, ну, понимания, да, вот та история, что это все снимается, все фиксируется, видимо, да, и продается, вот это все снимается на них, видеорегистратор, скажем так, да, а потом зачем они это снимают, да? Ну, пока чем они обязаны, например, постоянно работают. Они же обязаны делать, зачем они в том-то и дело, они же понимают, что они снимают преступление. То есть получается, что они рассчитывают на то, что это никогда и никуда не попадет, да? И почему они на это тогда рассчитывают? И как это тогда попало? Да, и как это попало? Вот это больше всего хочется рассказать. Как произошла утечка? Абсолютно верно. Вы заметили то, что сотрудников вынуждены присутствовать на таких дискуссиях, они вводят на группу.
понимаю, что водитель УФСИН по Саратовской области подал отказ. Да. Нет, а он может выступить на той целью, которую достигали все, кто сбил данные видео. Но интересно, смотрите, здесь же ведь нельзя встать на сторону не руководителя УФСИН, да, Саратовского, потому что если кто-то хотел снять его, да, ну, не допускал бы он таких, которые не спринтировал себя на зону, и, наверное, никто бы его не мог таким образом снять. То есть здесь как бы, ну, скоро шанс украл. То есть это такая странная история. Ну, абсолютно правда, все скажу, потому что если вы начальник второй начальник, то вы готовы дело, естественно, не происходило. А здесь этот предел легко. Я могу вам так сказать, по профессиональному опыту своей работы, посещал неоднократно так называемых кремлевских централ. Это изолятор, вот эти расположенные здания вопросов совершенно. Этот изолятор, скажем так, легко изолятор подчиняется на прибылке, так называемые дисциплины, губернаторы, предприниматели и так далее. И начальник этого изолятора на тот момент Прокопенко, который сейчас возглавляет функции по службе, никогда не допускал подобных указов на себя. Этот человек был бюрократом того же костей, все инструкции, безусловно, официальным законодательным ведомством, нормативными актами, он исполнял. И вот у меня нет никаких сомнений, что у него в Тульской области могут быть подобные действия. Что-то неладное, но мы наблюдаем. Ну, в связи с этим вопрос, Владимир Вячеславович, насколько назрела реформа вот этой вот пенитенциарной системы исправительных, системы исправительных, значит, вот этих вот учреждений, да, вот, насколько назрела эта реформа и как она может протекать, вот коротенько, буквально, на ваш взгляд, что нужно подсказать? Знаете, реформа назрела, наверное, еще когда в 60-х прошлого века, репрессии, огромное количество виновных лиц попало в Советский. Она вообще все грехи того самого рисковала по мирной истории. Если посмотреть на опыт 17 стран, тема наверняка из вас видели, сериал Федора Комфорта, местным актером, да? И что там описывается, оно соответственно убийца Брейвик находился в тюрьме, имея доступ к интернету и свободно перемещается по территории мест лишения свободы. Известный фильм «Побега Шоушенка», когда там реально начальники этих исправительных заведений становились миллионерами. И это тоже хороший пример, потому что наша пенитенциарная система, она соответствует по уровню своей бюрократии и коррупции вот тем событиям, которые сняты в Америке времен Великой депрессии. И, в общем-то, ничего хорошего в этом нет, реформа необходима. Начать можно было бы с того, чтобы вот эти видеозаписи выкладывались на сайт госуслуги, и любой заинтересованный россиянин мог бы их мониторить. Найдется, я уверен, масса людей пенсионного возраста, какого-то правоохранительного органа, правозащитника, которые с удовольствием потратят время на то, чтобы выяснить, в каких тюрьмах и каким образом нарушаются права человека. И когда сотрудники все будут понимать, что любой россияне может случайным образом выявлено, естественно, они будут уже следить за своими действиями. Прозрачность. То есть прозрачность как основной, наверное, сейчас рычаг воздействия на вот эту закостенелую систему УФСИН, наверное, вот это вот способ решения проблем, да? Да, абсолютно верно. И еще один вопрос, Владимир Вячеславович, вот скажите, ведь много действительно организаций, которые называли себя правозащитными, ну, скажем так, были скомпрометированы в последние годы, и поэтому вполне заслуженно вы получили статус иноагента. И в этом смысле не получилось ли так, что где-то с водой выпустили ребенка, и теперь вот эти, на этом будут спекулировать. То есть это все может превратиться в такой инструмент давления на Россию, в, знаете, такой, в очередной раз показать, вот же он, была
Спасибо. Но в результате кризис общения, это уже, я думаю, дело не только в мессенджерах, дело не только в средствах общения, дело в том, что действительно там возникли реальные проблемы с этими серверами, да, и там все, там иногда улетело, все на свете. Давай мы сейчас на эту тему пообщаемся.